No veas tu hijo. He's got the board. Вот котлеты смотри, вот ты их подними, на сковороду положи и сожри. Дальше езжайте пожарь, их тоже съешь. Понял, да? Это рэп моё. Да, тут котлеты лежат, их надо сожрать. Быстро пожарить, взять, пожарить и быстро сожрать. Да, потом есть, если пожарить глазунью и съесть. С чаем поесть, вкусно съесть. Пожарить, можно майонеза добавить, можно кетчуп. Но лучше кетчуп добавить, потому что он вкуснее. И он похож на кровь. Да, в котлетах тоже есть кровь, когда не свежий, когда еще их не пожаришь. Ага. Да, сегодня ел бутерброд с хлебом и с маслом, а еще и гречку ел. А потом блины мы жарили, и тоже ел. Чай наливай, выпивай, быстро туда, давай мой вкус, ставь воду, включай, чтобы она не присохла, не пристала к ней ничего, микробов там не было, чтобы потом они тебя не убили, потому что микробы в кружке могут тебя убить.